Здравия желаю, товарищи. Сейчас я буду листать вот этого красавца черненького и попутно буду оставлять свои очень важные комментарии. И да пребудет с нами сила. По Бэби Йоде я должно уже стать понятно, что этот альбом будет напичкан звездными войнами. Тут их очень много. Первый разворот выглядит вот так. Здесь мои контакты. Дата начала, дата конца. Света. Шутка. Вот мой персонаж Роман. С ним рисуется комикс, который вы можете найти у меня на страничках ВКонтакте и в Инстаграме. Вот. Следующий у нас идет вот такой вот звездный лорд. Вот таким вот гуашевым фоном. Красивым. Комментарии мои очень интересные. И текст песни, с той самой песни. А вот дальше идут жабки, внезапно. Жабка в ковбойской шляпе, жабка с цилиндром и с бокалом, наверное, винишка, которая пьет за ваше здоровье. Здесь у меня Шерлок. Вот это вот, можно сказать, такая задумка. Это у него не глаза плохо вышли, а задумка. И вот тут у меня уже пошло-поехало по Звездным войнам. Вот это Люк помладше, это Люк постарше. И попытка нарисовать какой-нибудь интересный фон. Здесь у меня Лёвики. Я пересмотрела много видосиков с парком Тайган. Там очень классные львы, поэтому меня попёрло рисовать львов. Вот это продолжение этой темы. Здесь у меня Хан Соло и Чубака, который на своем чубакском говорит, что Хан нам хана. Вот. С этого самого момента можете начинать считать, сколько в этом альбоме Оби-Вана Кеноби. Вот на этой зарисовке у меня была идея, что Кеноби стебется над своим учеником, называет его лошарой. Но я подумала, это будет звучать очень обидно, поэтому я не стала это писать. Вот, а очень хотелось. А здесь Кеноби удивляется звездочкам, как будто бы видит их в первый раз. Здесь мой персонаж Виктор, с которым планируется история. Вот, но о ней как-нибудь потом, потому что сейчас моя голова забита домиком в Сибири. Здесь Люк Скайуокер, который немножко сам на себя не похож, на каком-то розовом сопливом фоне. И элемент мусора в скетчбуке, потому что я решила почувствовать себя дизайнером и пичкать этот альбом разным мусором, который только найду. Здесь тоже продолжается тема Звездных войн. Я предупреждала. Это, кстати, фразы из книжки «17 мгновений Вейдера», и, признаться, она мне нравится даже больше, чем оригинал. Неожиданно рыжий дядька, тоже космический, но не Оби-Ван. Вот. Это какой-то предатель. А здесь зарисовка с намеком на сюжет, где якобы злой Оби-Ван в порыве ярости запульнул кого-то или что-то куда-то очень далеко и просит своего ученика это самое достать, потому что он будет повыше ростом. Здесь идет большая концентрация рыжих персонажей. Аж целых три Оби-Вана и один зеленый, который рыжий. Я всегда смеялась с этого. Здесь у меня опять жабки. Атос, Портос и Арамис. И маленький жабенок, который требует отдать ему его сапоги. А тут у меня зарисовки с Доком и Марти Макфлаем из «Назад в будущее». Это зарисовки по первой серии второго сезона «Мандалорца». Кусочек мусора. И зарисовка какого-то космического сюжета маркерами. Чтобы вы знали, оно все пропечатывается на другую сторону, поэтому я заклеивала это все бумагой и рисовала поверх, чтобы странички не тратить. Вот. Вот это вот, можно сказать, мой самый любимый разворот, потому что он такой красивенький, тут вот марочки. Смотрите, я дизайнер, называется. Вот. Здесь
два Квайгона и один Оби-Ван, который грустит. А этот рядом стоит и говорит, ну, сорямба, ничем не могу помочь. Я как бы того, умер. Здесь у меня Асока и Энакин, которые нарисовались после эпизода с Асокой, соответственно. А здесь у меня бэби-йодики, которые рисовались вот по таким фигуркам. Они просто милашные. Мне... У меня их всего 5 штук. А давайте все покажу, раз вы тут. А чё всех не показать? Вот, красавцы мои. А это зарисовки по тому самому эпизоду, где убили бедного штурмовика, который просто хотел поесть. Мы будем помнить о тебе. А это мои персонажи по домику в Сибири, которые еще в комиксе не появились, но они будут. Вот. Это опять у меня зарисовки по Мандалорцу. Это Люк. А это Мандо сюсюкается с Бэби Йодиком. Это мой персонаж Влад. Все, что вам нужно о нем знать, что он бухарик. А это 2 миллиарда, которые мы не выиграли. Вот. А этот разворот говорит, что уже случился Новый год. Тут вон всякий мусор наклеен. Это вот тот самый бухарик Влад. И с начала года я подсела на советские фильмы. Это зарисовки по Ивану Васильевичу. Тоже по нему. Зарисовочки вот такие. Это не совсем удачный, а это удачней. Разворот по мушкетерам. Это белое солнце пустыни. Так, а это тоже персонаж из домика в Сибири. Вот, но пока про него ничего не буду говорить. Это секрет. Вот. Кеноби. И опять любимый космонавт. Это зарисовки по рок-опере «Орфей». Это сам Орфей, Аид и Гермес. Вот, я пыталась найти их образы, подобрать как-то самой, интерпретировать. Немножко опираясь на фотографии, которые делались к этой самой опере. И тут, как бы, разумеется, текст из одной песни. О, вот это мы плавно подошли к Наруто. Вот, у меня сестра очень долго выклянчивала, чтобы я его нарисовала. Вот, я нарисовала аж 4 штуки. Это Шерлок немножко, интерпретированный мной образ. Тут он более пофигистичный, ленится раскрывать дела и сидит на кофеине, потому что не высыпается. Это 2 деда на страже деревни. Да. А это 3 версии Оби-Вана, которые я рисую. Оби-Ван обычный, Оби-Ван задолбавшийся и Оби-Ван Кеноби тут написано. Вот мы и подошли к концу альбома. Здесь мой дед Роман, а это гавкающее дерево. Да, сюжет очень интересный. Заходите, читайте, комментируйте, оставляйте свои... Оставляйте свои деньги. Деньги, дайте мне денег. Не, хрень. Что еще добавить, я не знаю, поэтому до свидули.